Всего же за первый квартал года в Беларуси от внешних причин умерли 32 ребенка. И во всех случаях ответственность лежит прежде всего на взрослых. Чем занять детей в свободное время, особенно в период каникул, говорили сегодня в Минске. В частности, как сообщили представители Министерства образования, более трети школьников планируют отдохнуть этим летом в оздоровительных лагерях. Занятости детей в лагерях уделяется очень значительное внимание. Прежде всего, конечно, там функционируют объединения по интересам, кружки. То есть туда дети приезжают не для того, чтобы просто проводить время, а для того, чтобы развиваться, творчеству привлекаться. Функционируют, безусловно, различные объединения по интересам, физкультурной направленности, творческой направленности. Кроме того, ежегодно организуются трудовые лагеря, то есть где дети смогут не только оздоровиться, но и скажем, подзаработать, получить какие-то трудовые навыки. Это дает возможность нам оздоравливать детей старше 15 лет. В Беларуси для приема детей на летний отдых и оздоровление уже готовы почти 6 тысяч лагерей, из них более 1500 с круглосуточным пребыванием, еще 4 тысячи с дневным.